Вилково, Океанский проспект, Фадеева – эти и многие другие улицы отремонтировали в краевом центре всего за 3 дня. Подрядные организации только за одни выходные обновили более 3000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Восстановление дорог работники продолжают вести на наиболее аварийных участках города. Работы по ремонту дорог ведутся в основном в вечернее и ночное время, после спада интенсивности движения автомобильного транспорта и для создания более благоприятного движения для автомобилистов. Воропаева, Приходько, Шепетково, Военное шоссе. Эти улицы и вовсе за одну ночь обновили свое дорожное покрытие. Всего же за прошлую неделю удалось отремонтировать более 10 тысяч квадратных метров автомобильных и пешеходных дорог. А позволяет все это делать дополнительное финансирование из Дорожного фонда Приморского края. Решение выделить дополнительные средства и возобновить ремонт дорог в краевом центре принял в Рио губернатора Приморского края Олег Кожемяка. В ближайшее время будут проведены работы по ремонту улицы Сипягина, Шкотовской, Надибаидзе. Ну, а завершение работ будут после наступления устойчивых отрицательных погод. Напомним, что помимо этих работ во Владивостоке на днях завершился ремонт магистралей по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», в ходе которого специалисты обновили более 12 километров проезжей части. По городским и краевым программам отремонтировано более 50 внутриквартальных проездов, проездов к многоквартирным домам и пешеходных зон. Таким образом, с начала строительного сезона проблемные участки исчезли на 150 улицах Владивостока. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.